little mouse, cause I'm an albatross. Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы рассмотрим такую торговую площадку, как Hotbit. Она входит в число самых безопасных торговых площадок для криптовалют. Hotbit является одной из профессиональных платформ для обмена цифровыми активами, которая предоставляет услуги по обмену среди крупных цифровых валют, таких как биткоин, лайткоин и эфириум, для пользователей со всего мира. На этой платформе производится поддержка мультивалютных портфелей. Команда постоянно приводит и обновляет перечень качественных цифровых активов со всего мира. Также предоставляет пользователям различные виды транзакционных услуг со всех цифровых активов. Также предоставляет пользователям различные виды транзакционных услуг во многих цифровых активах. Команда Hotbit твердо верит в основные ценности технологии биткоин и блокчейн. Это преобразование позволяет снизить барьеры для транзакций, также повышает эффективность транзакций в обществе и в конечном итоге оказывает значительное влияние на мировую экономику. Миссия Hotbit – это предоставить более безопасную и удобную услугу для обмена активами, интегрировать ведущие в мире цифровые активы и построить платформу обмена активами на базе блокчейна мирового класса. Основные члены команды Hotbit получили большой опыт как в традиционной финансовой, так и криптовалютной индустрии. Благодаря успешному предпринимательскому опыту, опытной команде по глобальным инвестиционным консультациям и различным партнерствам по сотрудничеству, платформа Hotbit призвана привлекать ликвидность из различных ресурсов, что в свою очередь обеспечит поддержку для бесперебойной работы платформы. В компании Hotbit были внедрены такие передовые технологии, как GSLB, распределенные сервисные кластеры, распределенное хранилище и высокоскоростной механизм обмена на основе памяти, которые поддерживаются на нескольких компьютерах, в местах хранения холодных и горячих кошельков с автономными секретными ключами. Безопасные, стабильные и надежные услуги по продаже цифровых активов предоставляются платформой Hotbit через веб-интерфейс, мобильные приложения и терминалы ПК. И я думаю, что главной особенностью этой платформы является то, что здесь отсутствует верификация. То есть после весьма несложной регистрации вы можете сразу же приступить к обмену. И хочу заметить, что сейчас крайне мало таких платформ. И давайте же рассмотрим основные преимущества такой биржи, как Hotbit. Это высокая ликвидность, большое количество торговых пар и, как я уже успела заметить, это отсутствие верификации. Пользователям здесь предоставляется возможность использовать биржу через приложение для Android и iOS. Здесь полностью понятный и интуитивный интерфейс, быстрый вывод и ввод средств, отсутствие депозитных комиссий и торговые сборы здесь минимальны и подойдут всем. Давайте же рассмотрим главную страницу биржи и определим ее возможности. Во-первых, здесь есть основные разделы. Home – это главная страница. Activity – здесь содержатся конкурсы. Exchange – это главная страница торгов. News – новости и объявления. И Support – это служба поддержки. Также здесь есть смена языка. Вы можете пользоваться языками английским, русским, китайским, корейским, вьетнамским и тайским. Кнопка входа и регистрации. Далее есть объявление платформы. Здесь содержится реклама проектов и конкурсов. Ниже нее содержатся новости платформы. А здесь содержатся курсы основных торговых пар. Далее перечисление всех торговых пар платформы. Особенности платформы Hotbit. Ссылка на мобильное приложение iOS и Android. Также здесь есть информация о бирже, в том числе специальные условия, это содержится в разработке, политика конфиденциальности и условия использования. Комиссии и заявка на листинг, ссылки на социальные сети, общий объем торгов за все время, связь с представителями Hotbit и ссылки на часто задаваемые вопросы и API.
Переходим к самой регистрации. В описании к этому видео я оставила ссылку на регистрацию. После нажатия на эту ссылку открывается форма регистрации, и мы заполняем ее. Указываем email. Лучше всего использовать электронную почту от Google. Нажимаем кнопку Send и заходим на указанный почтовый ящик. Копируем код из письма. Придумываем пароль. Он должен содержать заглавные и строчные буквы, цифры, знаки и быть минимум из 8 знаков, а лучше 15-20. Повторяем пароль. Ставим галочку о том, что вы согласны с условиями использования платформы, и нажимаем кнопку «Регистр». И все, готово! Вы зарегистрировались на бирже HotBit. Как только вы заходите в свой аккаунт после регистрации, то система сразу же просит вас настроить безопасность аккаунта. Я настоятельно рекомендую это сделать, так как от этого зависит сохранность ваших активов. Что можно настроить на HotBit? Это логин и пароль, 2FA, SMS и email. Из вышеперечисленного у вас уже настроен логин и пароль, а также предварительно подтверждена электронная почта. SMS можно подключить, если вам хочется. А вот 2FA я рекомендую настроить сразу же, так как эта система от Google на данный момент лучше всего защищает ваши активы в интернете. Нажимаем на кнопку Enable напротив Google Authentication. Открывается инструкция по установке 2FA. Для начала скачиваем приложение двухфакторной аутентификации на смартфон. Оно есть как для Android, так и для iOS. Открываем приложение, нажимаем на кнопочку плюсик в правом верхнем углу, выбираем «Сканировать штрих-код». Вводим пароль от входа в аккаунт. После сканирования в приложении откроется строка с шестизначным кодом. Вводим этот код на ПК в графу Enter 2FA код. Нажимаем Confirm. И готово! Вы подключили свой двухфакторный аутентификатор, и теперь ваши активы будут в безопасности. Главная страница биржи – это раздел торгов. Он выглядит следующим образом. Во-первых, это выбор валютные пары. Здесь также содержится информация о курсе выбранной пары, график курса выбранной торговой пары, книга ордеров, открытие ордера на продажу и покупку, форма продажи и покупки, ваши открытые ордера. И здесь содержится история торгов, только что исполненные ордера. В заключение я бы хотела сказать, что эту платформу могут использовать как новички, так и опытные трейдеры. Так как интерфейс здесь довольно простой и удобный, также есть возможность выбрать тип ордера, что, я думаю, довольно неплохо. На этом мое видео подходит к концу. Спасибо, что смотрели его. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, я буду рада на них ответить. Пока-пока!